Сказочные превращения и много хорошей музыки. В спортивно-культурном центре БГУКИ проходят последние репетиции. Сказка-мюзикл «Тайны волшебного чердака» второй год радует зрителей разных возрастов. Некоторые показы благотворительные. На них приглашают ребят из многодетных семей, домов-интернатов и людей с инвалидностью. Такой подарок к праздникам стал уже доброй традицией для университета. В прошлом году это представление пользовалось большой популярностью, и мы решили повторить. Будут разные категории зрителей, в том числе дети из семей многодетных, ребята с ограничениями по здоровью, потому что это особая искренность, особая энергия молодости, поэтому всех приглашаем. Сказка отличается уникальными решениями режиссера, балетмейстеров и, конечно, творческой группы. Над созданием мюзикла работали не только студенты, но и выпускники, а также сотрудники вуза. Как мы знаем, то, что любой спектакль – это результат труда большой команды, в том числе и актеров. Со стороны актеров это подготовка роли, работа над характером героя, даже голосом героя и прочее. Все равно мы видим здесь чудо. Сказка живет своей жизнью, и это не может не радовать зрителя. Необычные декорации, костюмы и реквизит – все создано вручную. Режиссер уверен, даже самый искушенный зритель не останется равнодушным. Эта сказка, наверное, отличается от других в Минске тем, что она очень музыкальная. Мне кажется, что музыка, которая звучит в нашем мюзикле, она очень доходчива для детей, и притом она очень современна. Это сказка о доброте. В ней никаких уроков дидактических, когда взрослый показывает пальчиком ребенку, нету. Все идет от души. Постановка собирает полные залы. Все из-за искренней отдачи актеров и энергетики спектакля. Помимо уникальных решений режиссеров и постановочной группы, чем еще сказка так привлекает зрителя? Она привлекает своей добротой в первую очередь. В наше время очень важно пробуждать в наших детях самые добрые, самые чистые чувства. И с этим наша сказка справляется на все 100%. И благодаря этому юному зрителю всегда интересно. Многие персонажи сказки уже хорошо известны зрителю. Оживший торшер, волшебное зеркало и танцующее домино. После каждого показа за фото с любимыми героями выстраиваются очереди зрителей. Показы сказки-мюзикла «Тайны волшебного чердака» начнутся уже на этой неделе и продлятся до 7 января. Актеры и творческая группа уже успели соскучиться по благодарному зрителю и волшебству, который царит в концертном зале. Виктория Маркевич, Евгений Трасько, СТВ. Наступай!